Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы заказали зомби-мороженщика на сайте Darknet. Ребят, если вы хотите, чтобы мы заказали еще какого-нибудь персонажа для того, чтобы сыграть с ними в мистический квест, пишите в комментариях, кого, и мы отыщем его на сайте Darknet и закажем, и он появится здесь у нас дома или в том месте, куда мы его пригласим, ребята. Ну а сейчас уже зомби-мороженщик заходит прямо к нам в дом. Кстати, меня снимает мой оператор Дима. И сейчас вместе мы будем проходить квест. Квест заключается в том, что зомби должен принести какую-то карту, и мы должны будем проходить какие-то испытания. Если мы сделаем это, успеем в срок, и мороженщик не найдет нас и не заморозит, то мы пройдем этот квест. Если же нет, у нас будут списываться баллы, и нас заморозит зомби-мороженщик. Если вы хотите, чтобы все у нас случилось прямо сейчас, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Смотри, чёрт, у него ноги стоят. Вау, офигеть, вы это видите? Ноги, мороженщик уже здесь стоит. Походу, он принес чемоданчик. Походу, карта может быть в чемоданчике или где, как ты думаешь, Дим? Слушай, нам нужно отыскать карту, чтобы начать проходить мистический квест. Давай сюда. Чёрт. Что будем делать? Пока он в той комнате, нужно дождаться, чтобы он... Идет. Он нас услышал, он идет сюда, ребят. Нам нужно добыть карту. Без карты у нас ничего не получится начать игру. О-о-о. Он прямо здесь, он здесь. Я вижу его, офигеть просто. Если он нас сейчас заметит, мы проиграем, даже не начавши играть. Он ушел на кухню, у нас есть шанс. В этой комнате его видели. Значит, здесь нужно искать карту. Карта должна быть здесь. Что это такое? Что там внутри? Карта есть! Ты нашла карту? Я нашла карту, Дим, скорее! Скорее, это мороженщик идет. Карта. Ты нашла? За дверь! Я не знаю. Все, карта. Карта у нас. Итак, смотрим. Я не понимаю, что здесь. Какие-то черные боксы, черные коробки на карте. Пять черных коробок. Что предстоит нам выиграть. Нам никогда не было таких заданий, просто черные коробки. Подожди. Что это? Надо проверить. Слушай, похож на коробку? Не знаю. Ты думаешь, что это одна из коробок? Смотри повнимательнее. Блин, я не знаю, здесь квадратные коробки, а это как сумка. Я не знаю, что внутри. Что он делает? Иди посмотри. О, черт, это просто жесть. Это что такое, Дим? Дим, это что за фигня такая, Дим? Это какой-то молоток-отмычка. Обалдеть! Ребята, я никогда раньше не видела такого инструмента. Будем засчитывать, что мы нашли какой-то молоточек в коробке номер один. Ребята, мы нашли уже карту и нашли уже первую коробку, первый предмет. Нужно искать что-то, какие-то коробки или квадратные формы. Я думаю, что так. И в этой комнате мы уже нашли один предмет. Нам следует сейчас перебраться в другую комнату и сделать так, чтобы мороженщик, зомби-мороженщик нас не заморозил. Нужно посмотреть сейчас. Я посмотрю, где он. Дим, тихо, давай. Ну что, где он? Что он делает? Так он вышел из кухни. Ходит по коридору. Он что-то делает? Сейчас зашел. Он зашел в туалет зачем-то. Так, вышел из туалета. Пошел мимо в коридор. У нас есть шанс. Быстрее бежим.
Давай, давай, чтобы он не увидел. Черт, не открывается, скорее. Смотри, что здесь? Что в туалете? Не знаю, нужно что-то искать. Коробку, нужно искать коробку. Нашла что-нибудь? Смотри внимательно. Есть? Где мороженщик? Следи еще за мороженщиком. Я нашла коробку. Я нашла коробку. Смотрим. Он в коридоре. Мороженщик в коридоре. Мороженщик в коридоре. Он зашел в детскую. Он зашел в детскую комнату. Он быстро ходит? Это зомби, он достаточно медленно двигается. Давай посмотрим, что в коробке. Скорее. Закрывай дверь за собой, чтобы он нас не слышал. Ребята, мы нашли еще одну коробку. Так, что в ней? Как ее открыть? Как она открывается? О, Господи, открывайся быстрее. Главное, чтобы он не зашел сюда. Он в самом начале уже был здесь, он нас услышал. Скорее, скорее, скажи мне. Отмычка. Что здесь? Это какие-то очки. Что это за очки? Смотри, это какие-то необычные очки. Я первый раз вижу такие очки. Ребят, если вы знаете, что это за очки такие, напишите в комментариях. Будем считать, что это второй предмет, ребята. Отмечаем его. Слушай, подозрительные какие-то предметы. А предметы спрятаны в коробках. Раньше такого не были. Не было раньше, были прямо предметы. А сейчас коробки. И мне, например, непонятно, действительно ли те коробки мы находим. Ну, по крайней мере, пока там есть какой-то единичный предмет, значит, это то, что нам нужно делать. Нам необходимо пробраться в детскую комнату. Нужно выяснить, где сейчас зомби-мороженщик. Давай подглядывать. Итак, ребят, сейчас зомби-мороженщик идет. Что он делает? Боже, он ходит вот так вот, руками машет, вот так. Это очень страшно, это просто как жесть. Как ты думаешь, он опасный? Я думаю, что если зомби-мороженщик нас поймает, то он может нас заразить, и мы сами станем зомби. Я не знаю просто, что, чего ожидать, потому что обычный мороженщик, он замораживает, а зомби-мороженщик, может быть, он замораживает и потом превращает тебя в зомби. Можно ожидать чего угодно. Так, сейчас он где? Он ушел в дальнюю комнату. В дальнюю комнату. Нам теперь нужно проверить кухню. Скорее бежим на кухню. Так, сейчас вы должны здесь все посмотреть по кругу. Дим, ищи коробку, какую-нибудь коробку. Как они должны выглядеть? Я не знаю, погоди. Что-то странное должно. Слушай. Еще какая-то коробка. Слушай, я думал, они черные должны быть. Я не знаю, они все разные. Одна зеленая, одна черная и такая коробка. Похоже, это то, что нам нужно. Сейчас мы проверим. Мороженщик. Где? Нужно проверить, где мороженщик. Что он делает? Ходит. Сейчас он зашел в комнату. Он зашел опять в детскую, а нам нужно туда пробраться. Мы там еще не были. Мы еще не были в детской комнате. Он постоянно туда заходит. Что? Это получается третий предмет. Я не знаю, что там может быть. И какую роль играют все эти предметы. Нужно разгадать загадку. После того, как мы соберем предметы, мы должны разгадать загадку, для чего все эти предметы. Это что? Какая-то статуэтка, какой-то старик, у него в руке посох. Я никогда таких не видела, и она достаточно тяжелая. Слушай, какой-то ребус. Да, точно, это ребус, поэтому одни коробки. Такого раньше не было, это новый мистический квест в Даркнете. Он какой-то усовершенствованный, необычный, гораздо сложнее. Здесь предметы в коробках, и нужно по итогу назвать какое-то одно слово или предмет, или действие, которое связывает все нужно эти пять предметов. Задание. Нужно разгадать, для чего все эти предметы, я не знаю. Так, где мороженщик? Пошли. Сейчас у нас осталось еще два предмета, ребята, и нам необходимо проникнуть в детскую комнату, чтобы там поискать четвертый предмет. Чертов зомби, где он?
Он что-то... Он сел на карачки, но он к нам спиной. У нас сейчас есть шанс пробраться к нему, пробежать незаметно. Давай сначала первый я, потом ты. Давай. Я пошла. Так, давай скорее быстрее. Забирай. Ты здесь, Дим. Отлично. Нужно искать коробку, Дим. Все, что я знаю, нужно искать. Смотри, коробку. Вот коробка. Коробка. Гигантская коробка. Что там? Не знаю. Огромная коробка. Она неподъемная. Слушай, там что-то есть. Да, там что-то шумит. Огромная коробка. Я не могу ее открыть. Я могу открыть эту коробку. Нам нужно убираться отсюда, иначе он начнет ее искать, вернется. Да, я посмотрю, что он делает. Его нет, он в какой-то другой комнате. Бежим скорее. Слушай, здесь что-то существенное. Как открыть эту коробку? Она забита. Надо молотком попробовать. Слушай, один из этих предметов поможет открыть коробку. Это гениально. Для этого и здесь есть вот этот открыватель с острым концом, этот молоток. Давай. А, есть! Что это? Это подкова. Слушай, это подкова? Подкова. Слушай, каждый предмет следует для того, чтобы... как-то, они как-то все связаны, Дима. Мы использовали молоток, чтобы открыть эту коробку. Смотри, подкова и вот этот старик, это, походу, какие-то обереги на счастье. На счастье, это какой-то монах, очки. Возможно, надо увидеть то, скорее что всего, мы не можем увидеть. Подожди. Попробуй одеть очки. У нас получается... Нет, сейчас попробую, подожди. Через... Ничего не вижу, они просто черные. То есть надо что-то сделать, чтобы начать видеть. Я не знаю, да, мы не видим, и у нас Пошли. Нет еще пятого предмета. Надо искать дальше. Слушай, может быть, эти очки увидят только тот пятый предмет. Вот как они связаны. Или эти предметы, обереги. Этот молоток открыл коробку. Все вместе. Мы это попарно. Это оберег. Это для того, чтобы открыть коробку. А очки для того, чтобы увидеть последний предмет. Так, я их одену, увижу, какая комната у нас еще не исследована, где мы не искали. Дим, не так-то просто обмануть мороженщика. Смотри, у меня появился план. Скорее всего, эта коробка находится в самом центре, то есть в его коробке. Тот чемодан, с которым он пришел, понятно? Сейчас смотри, мы что делаем. Мы сейчас бежим в детскую комнату. Мы начинаем там шуметь. Потом убегаем к чемодану за пятым предметом. Потом быстро возвращаемся в детскую. И он должен на этот шум отреагировать и уйти в детскую. У нас будет время посмотреть его чемодан. Ты понял? Пошли. Бежим. Эй, мороженщик! Мороженщик, мы тут! Мороженщик! Теперь бежим сюда, в эту комнату. Теперь стой, жди, смотри, вон он идет. Так, он идет, видишь? Аккуратно, он зашел в детскую. Он сейчас шел в детскую. Так, теперь мы можем посмотреть его чемодан. Нужно скорее открывать его. Так, походу, вот эта коробка нам необходима. Мы должны увидеть предмет, который находится там при помощи очков. Иди сюда, он выходит из детской, скорее! Он ушел. Так, он ушел в нашу комнату, бежим в детку. Скорее сюда. Закрывай. Пятый предмет, что за предмет? Нужно открыть эту коробку, что там? Она пустая, Дим. Черт, она не пустая. Может быть, это последняя коробка, маленькая. Точно, нужно одеть очки, чтобы увидеть предмет, который лежит здесь. Так, хорошо, одеваем очки. Что за чертовщина? Я готова. Раз, два, три. Что это, Дим? Я не вижу. Это чернила, Дим. Дим, это чернила. Что я вижу чернила. Нам нужно срочно к карте. Срочно к карте. Итак, выходим. Последний предмет. Это чернила. Где Дай посмотрю, где мороженщик. Давай скорей. Походу, его нигде нет. А, мы попались!
Ребята, если вам понравилось это видео, не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк и написать в комментариях, какого следующего персонажа мы будем покупать на сайте Darknet. Ну а с вами была я, Ирина Ясинская. До новых встреч в новых мистических видео. Пока!